3 декабря текущего года в оперативные службы региона поступила информация о готовящемся взрыве, расположенного в городе Магадане по улице Пролетарская, дом 84, здания детского технопарка «Кванториум». В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Магаданской области, во взаимодействии с представителями территориальных управлений МВД, Росгвардии и МЧС, взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании и на прилегающей к технопарку территории обнаружено не было. Установлено, что ложную информацию об угрозе террористического характера распространил несовершеннолетний житель города Магадана. В отношении его родителей составлен протокол по части 1 статьи 5 прим. 35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. УФСБ России по Магаданской области напоминает об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. Такое преступление является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. В случае выявления угрозы террористического характера необходимо незамедлительно информировать УФСБ России по Магаданской области по телефону 62 34 72.